Володимир Тхорик, журналіст та розслідувач Rise Moldova. Кажу вам доброго дня і кажу вам слава Україні. Героям слава. Здравствуйте. Доброго дня. Пане Володимире, просто сколихнуло усю пресу і світ заява президента Молдови Майї Санду, що Росія готує переворот в країні за участю громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії. Чи є у вас деталі щодо цієї інформації і що зараз відбувається в Кишиневі? Ну, інформація про можливих учасників можливого перевороту в Молдові, вона засекречена. Як заявляла президентка Санду, ведеться слідство. Изучаются там степень причастности этих к возможному перевороту, либо просто к беспорядкам. Пока обществу мало что сообщают какой-то информации про участников этого возможного переворота. Но когда говорят про возможного участника переворота, вот вы как думаете, сколько для переворота нужно людей? Я не усвідомлюю, бо я ніколи не здійснював переворотів, а також не працював на спецслужбі, хіба читав про це. А скільки потрібно людей? Ну, говорять о підготовлених диверсантах, там, о нескольких десятках, о сотнях. Ну, как бы забывают в последнее время, что на территории Молдовы находится около 2000 потенциальных диверсантов. Это российская армия, которая расположена в Приднестровском регионе. И мы рассказывали о том, как жители Молдовы вербуют в российскую армию без согласия официального Кишинева. То есть в Приднестровье уже есть подготовленные группировки военных, которые, кстати, могут въезжать на территорию правобережной Молдовы без всякого контроля Молдовы, потому что Молдова признает Приднестровье своей территорией. То есть еще это такая угроза, которой... которые достаточно без того, чтобы ввозить сюда, импортировать неких там сербских фанатов, условно. Пане Володимире, а от ось ця загроза перевороту, наскільки вона є от справді небезпечною для Молдови, зважаючи на той факт, що і країна, так і країни, які навколо, вже попереджені про те, що це може відбутися, так, але от стосовно і настроїв суспільства, і готовності влади протидіяти на будь-які провокації? Ну, о том, що Росія... планируют оккупацию Молдовы. Мы рассказывали еще осенью прошлого года в расследовании кураторы Молдовы из ФСБ, и мы рассказали об основных планах оккупации России и Молдовы. В один из сценариев оккупации России и Молдовы входила и насильственная смена власти в Молдове, вооруженный переворот. Поэтому эти планы оккупации Молдовы России вынашиваются в принципе, Кремлем не первый месяц, может быть, не первый год, по крайней мере, планы, которые мы перехватили и публиковали, датированы июлем 2022 года. Поэтому как бы, ожидать со стороны России, после того, как она напала и начала бомбить украинские города в феврале прошлого года, чего угодно, в Молдове готовятся ко всему, готовы ко всему со стороны России, ожидают. И ничему, ничто, никакой сценарий развития событий со стороны России, к сожалению, и в отношении Молдовы, после того, что Россия сделала и продолжает делать с Украиной, никого не удивляет. Поэтому в Молдове, конечно, все на чеку, и есть такой принцип, да, что лучше перестраховаться, чем недостраховаться. Вот в данном случае в отношениях с Россией именно так. Удивляет, конечно, вот что касается, чтобы как бы закрыть тему выступления Санду, она среди ее тезисов, ее заявления, когда она рассказывала о попытке госпереворота на брифинге, то есть она не отвечала на вопросы, только выступила чуть больше 6 минут и ушла, не отвечая на вопросы журналистов. Так вот, вторым тезисом главнейшим, который она закинула в общество, это как бы требование, необходимость расширить полномочия молдавской спецслужбы, службы информации и безопасности, что вызывает в некоторых экспертных кругах такое озабоченность, поскольку развязывание рук спецслужбе, это дает возможность, допустим, если сменится власть и придут те же пророссийские силы, использовать спецслужбу как политическую дубинку, как политическую охранку против оппонентов. Вот это пока, конечно, еще сейчас происходит дискуссия еще вокруг возможного увеличения полномочий молдавской спецслужбы на фоне угрозы со стороны России, как заявляла Санду.
Пане Володимире, коли ми попереднього разу з вами спілкувалися, ви не раз розповідали про те, що відбувається в Кишиневі там раз у тиждень якісь проплачені мітинги за участі бойових бабок, а також тітушок. Чи вони продовжуються? Эти митинги в центре Кишинева проводила партия Шор, Илана Шор, это беглый молдавский олигарх, который участвовал в соучастнике кражи века, так называемой, то есть миллиарда долларов из трех молдавских банков. Эти протесты завершились, поскольку США, а затем Британия внесли Шора и его партию в санкционный список. Как, ну, американцы, допустим, внесли Шора в санкционный список с формулировкой «за соучастие в операциях Кремля по вмешательству во внутреннюю политику Молдовы». Поэтому сейчас протесты Шора сдулись, поскольку финансирование перекрыли, а люди в основном приезжали, ну, большая часть людей приезжала, к сожалению, за деньги на эти протесты. Також цікава інформація, яка з'явилася напередодні, це вже офіційна інформація, що матч Ліги конференції між Шерифом та сербським партизаном пройде без вболівальників. Чи це напряму не пов'язано із можливим переворотом, про яким розповідала Майя Санду? Ну, в аеропорту задержана, в аеропорту Кишинева, по прильоту в Кишинев, задержана большая группа сербских фанатов, которые объявлены нежелательными на территории Молдовы и не смогли якобы доказать цель своего визита, и их вернули обратно. И вот в избежании обид со всех сторон, со стороны всех команд решили провести этот матч без участников, без болельщиков, без активных участников, болельщиков. Но, кстати, вы обратили внимание, какая вторая команда будет участвовать в матче? Шериф. А Шериф, что у нас Шериф? Это у нас корпорация, которая принадлежит приднестровским олигархам, среди них Виктор Гушан. Гушана называют одним из бенефициаров существования Приднестровья, которое Приднестровье объявлено зоной российской оккупации ПАСЕ. То есть под молдавскими флагами играет, в принципе, команда, которая президентом которой футбольного клуба долгое время был как раз вот приднестровский Гушан. А так чия инициатива была провести матч без болевальников? Ну, я так понимаю, по инициативе хозяев поля, то есть Молдовы. Зрозуміло. І також цікавить, ви розповідаєте про якусь кількість сербів, які були затримані в аеропорту Кишинева, їх розвернули назад. Чи відомо, їхня кількість, знову ж таки, скількох затримано? Там как минимум около десятка болельщиков таких активных, да. Mm-hmm. То есть это немного. Поэтому я говорю, что для того, чтобы провести какой-то переворот в Молдове, достаточно, наверное, диверсантов, которые готовят на базе российской армии в Приднестровье. Ну, зрозуміло. Безмежно вдячні, що погодилися розповісти ситуацію в Молдові, яка безумовно складна. Бо, як розповідає президент Молдови Майя Санду, нагадаю напередодні, що готується російськими руками, готує переворот в країні за участю громадян Росії, Білорусі, Чорногорії, а також Сербії. Ще раз вам вдячний, пане Володимир. Це був Володимир Тхорик, журналіст, розслідувач «Райс Молдова».